Приветствую вас. На вопрос можно ответить примерно так. Какой склад ума у вас? Математический или гуманитарный? Что у вас лучше получается считать или представлять? Что у вас лучше развито? Предметное или образное мышление? А дальше необходимо просто-напросто задать себе следующий вопрос. Что у вас получается, лучше получалось лучше всего на протяжении своей жизни? Вот на этот вопрос вы ответите и сможете определить для себя, собственно говоря, значит, как найти свои увлечения и хобби. Потому что только исходя из вашего склада ума, из определения ваших способностей, а способности так или иначе разного плана проявлялись у вас на протяжении всей вашей жизни. И вам нужно просто сесть и подумать, что у вас получалось лучше всего, какие способности приводили к наибольшему результату. И вот этим и заниматься. Даже если вы сейчас уже забыли все, даже если вы сейчас уже не помните ничего из того, что делаем, это не важно. Главное начать. А тело, руки, память движений все вам установят и вернут в полной мере, и вы удивитесь, как здорово у вас будет получаться то, что вы думали уже давно забыли. Вот примерно так вам и нужно себя спросить. На этом все, надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу. Если вам понравился мой ответ, пожалуйста, сделайте его лучшим. Буду благодарен.